Подробный инструктаж от мастера. Азы для начинающих, таких как эти школьники из Зеленчукской средней школы. Большинство из этих ребят впервые встали на лыжи, в том числе и Даниил Потапенко. Будучи отличником учебы и активистом школьной жизни, он вошел в число 18 отобранных для участия в этом проекте учеников. По словам Даниила, этого дня он ждал с нетерпением. И те эмоции, которые он получил от катания на лыжах, запомнятся ему надолго. Впечатления очень хорошие. На сноуборде покататься хотелось бы попробовать, ощутить разницу. Так, умел кататься на коньках, вот сейчас научился на лыжах. Очень здорово, все понравилось. По мнению большинства педагогов, такого рода занятия очень полезны для детей и формируют положительное отношение к здоровому образу жизни. Мы считаем, что нашей школе повезло, потому что нам предоставили эту возможность. Хотим поблагодарить курорты Северного Кавказа за включение нашей школы в реализацию этого проекта. Я думаю, что с опытными инструкторами, которых нас предоставят, мы обучим детей навыкам элементарным катания на горных лыжах. Занятия проходят два раза в неделю в определенные дни и часы. Продолжительность урока составляет 90 минут. Первый час посвящен обучению, оставшиеся 30 минут – самостоятельным спускам. Основам горнолыжного спорта детей обучают опытные инструкторы, которые также считают подобные занятия неотъемлемой частью правильного воспитания духа и тела. Занятия именно на снегу, в высокогорье, озон, солнце – все как бы это очень благотворно влияет на их развитие. Мало того, в этот момент они немножко по-другому начинают общаться друг с другом. На них как бы оказываем влияние мы не учителя, мы двойки не ставим. Я думаю, что им это очень нравится, и вместо душного спортзала горные лыжи, да. К сожалению, бюджетное финансирование детско-юношеского спорта в подавляющем количестве регионов России находится на невысоком уровне и не в состоянии обеспечить массового притока детей на горнолыжные комплексы. Поэтому требуется поддержка организаций, заинтересованных в привлечении максимального количества юных горнолыжников на свои склоны. Несомненно, что курорты Северного Кавказа являются социально ответственной компанией, чья политика направлена на поддержание и развитие юношеского спорта. Проводим бесплатные уроки для того, чтобы вовлечь большую часть молодежи к занятиям горнолыжным спортом, физической культуре в целом. В дни проведения уроков компания Peak Experience обеспечит услуги профессиональных инструкторов и прокат горнолыжного оборудования. Стоит отметить, что по итогам апробации данного проекта в прошлом сезоне на курорте Архыз и презентации результатов, ряд горнолыжных комплексов страны уже в этом сезоне начал реализацию программ массового приобщения детей к горнолыжному спорту. Мадина Лайпанова, Артур Жужуев, Архыз 24.